Номер, по которому вы позвонили, не обслуживается. Абонент отключен. Алло? Привет, меня зовут Вика, и я представляю свое СММ-агентство «Прогресс-маркетолог». Маркетолог. Этот номер используется для проведения опроса по телефону. Здравствуйте. Информируем вас, что медико-диагностический центр выделяет квоты для... Здравствуйте. Офтальмологическая клиника приглашает вас. Уважаемый клиент, мы заботимся о вашей безопасности и предлагаем вам уже сейчас перейти на дополнительный уровень защиты с помощью голосовой биометрии. Спасибо. Для вас сформировано персональное предложение. Потребительский кредит на довольно выгодных кредитных условиях. Мы пустили доставим бесплатно. Для назначения встречи нужно только указать дату рождения. Подскажите, пожалуйста, дату рождения. Не кладите, пожалуйста, трубку. Стоматологическая клиника дарит купон до конца месяца на сумму 5000 рублей, которым вы можете воспользоваться в нашей стоматологии. Просто задайте свой вопрос. Например, баланс карты. Я хочу поговорить с оператором. Я понял, что вы хотите соединиться с оператором. Для корректного соединения уточните, по какому вопросу вам необходима консультация. Например, готовность карты или график платежей. Соединяюсь с сотрудником банка. Обращаем ваше внимание, что разговор будет записан. Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. На сайте Труд.Всем от центра занятости была размещена ваша анкета. У нас есть предложение по работе. Вам сейчас удобно говорить? Больших вложений не надо. Мы вам поможем.